Александр пришел зарегистрировать договор купли-продажи на небольшой старенький квадроцикл. Планирует ездить на нем за грибами и на рыбалку. Считает, что в хозяйстве, особенно на даче, точно пригодится. Документы Александр смог подать в электронном виде. Я зарегистрирован уже давно на госуслугах, очень удобно. Удобно с точки зрения, не надо стоять в очередях, бегать, записываться потом, приходить. А сейчас и здесь можно как бы оформить все свои документы через госуслуги. Такая возможность появилась у рязанцев с января текущего года. Она помогает существенно экономить время. Ведь приходить в гостехнадзор теперь нужно только один раз, чтобы сразу забрать документы. На портал государственных услуг были выведены три услуги. Это регистрация самоходных машин, получение удостоверения тракториста машиниста в электронном виде и проведение ежегодного государственного технического осмотра. Еще определенный ряд подуслуг, которые также выведены на портал. В частности, это и изменение документов при регистрации. Также выведено на портал, можно обращаться. Это и снятие с учета самоходной машины. Для этого необходимо зайти на портал госуслуги, создать свою учетную запись, если вы этого еще не сделали. Найти раздел «Гостехнадзор» и нажать на кнопку «Оформить услугу». Форма предложит вам выбрать удобную дату и время. С портала госуслуг заявление поступает в нашу информационную систему, где инспектор проверяет все данные. И в случае, если все верно заполнено, подтверждает время приема посетителя, и посетитель уже приходит с документами, с оригиналами в назначенный день и час и получает государственную услугу. Специалисты отмечают, что пока свободных дат очень много, а те, кто заранее бронировал время, имеют приоритет перед живой очередью. К тому же при оплате госпошлины через портал госуслуг физические лица могут получить скидку в 30%. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».